Здравствуйте, друзья, доброе утро. Чувствую себя натурально жаворонком. В такую рань вообще, 7.40 сейчас утра. Чуть ли не 6 градусов тепла по Цельсию. Ой, и главное, праздник, в общем-то, мог бы и не работать. Но, собственно, я и не работаю, но мы сейчас захватим Михаила Бородянского. Я за ним заеду и поедем к нам в офис. Потому что у Михаила вебинар. Он там по питерским делам своим что-то проводит. И как бы так по времени ложится, что там, наверное, вечер, а здесь вот у нас утречко. И мы там поедем на его вебинар. Так что, если кто смотрит, вот, значит, вместо привычного там вот этого Psy8 будет наш голос Силиконовой долины там за спиной, такой будет бэкграунд. Вот. Ну а я, раз такое дело, значит, так поснимаю его со стороны, как, мол, вот как люди вебинары проводят, двигаясь по планете. Удобно, я, собственно, и сам так делаю, но единственное, что я не веду вебинары из таких удаленных как бы мест, но, скажем, из Мексики, из Гавайев нормально. Ведем вебинары. Очень-очень удобно. Так что я, друзья, все думал, ну где вот в Соединенных Штатах найти применение вот такой шапки, правильно? Ой. И вы бы со мной согласились. Но тут что-то так холодно. Тут у меня бушлатик такой в петербургском стиле, такой тип морской, не знаю. Вообще из Нью-Йорка такая вещь. Ну, неважно, там Нью-Йорк чист как Петербург, там все в бушлатах. И вот так вот у меня случайно шапка была в машине, я эпатировал тут одного знакомого. Она так согревает, но я пытался ее однажды в нормальную погоду одеть, засыпая за рулем. Знаете, так как-то голова согревается и чувствую, прямо глаза вот так смыкаются. Может, у меня такой недосып какой-то общий, но вот, значит, будьте осторожны, у кого папаха теплая, с каракулем тут все дела, значит, будьте осторожны, можно заснуть за рулем. Вот у нас, друзья, Михаил готовится в моем офисе, готовится к проведению своего вебинара. Yeah. Да, ему, оказывается, и компьютер-то наш не нужен, у него вот лэптопчик, и все, что ему нужно, это хороший Wi-Fi. И куда камеру прицепить? Ну, в общем, скоро начнется, да? Да, через 5 минут стартуем. Угу.